Блять, да куда ты, тебе наверх? Фу, блять! Нормально. Ой, бля. Сейчас, 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 давай. Ой, подожди, они там лопаются. Они когда падают, они лопаются. Вы видели, они лопаются, мне их жалко теперь. Им больно, наверное. Я уже почти на самом верху здания. Так, мне кажется, рано дергать. Надо сначала посмотреть, что тут, а потом дернуть. Проводок идет сюда. Сюда, скорее всего, надо будет скидывать кучу зурок. Ладно, я прыгаю. Блядь! А, лошня, ну и чё ты? Ой, блядь. Нет, чё-то на самом деле тут и не особо много зурок. Ой, блядь, ладно, много, ладно, много! Ладно, суки! Открывай, блядь, открывай нахуй лифт! Открывай лифт, ёбаная тварь! Открой! Вот-вот. Все, давай, пока. Лохи сосать. Какого хуя так много зурок на стройке? Блять, где вы? Такое чувство, как будто их приманивают стройки прям. А я мог здесь пройти? Лапка типа. На какую антенну? Ой, бля, на вот и... А как? А, просто сюда? Сейчас, подождите, надо исследовать по-любому. Ага, ага, ладно, я понял. Я хочу туда ноты. Опа. А тут типа никогда вот эти вот жители здесь никогда не видели вообще небо, да? Играй, ёбаный, все узнаешь. Ну, свет включился, заебомбик, кстати, что дальше? Это. Да, очень красиво. Нихуя себе. Где построили эту улочку, чтобы защитить себя от аутсайда. Но это им дорого обошлось.
Отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом, совершенно бесплодным, непригодным для жизни и опасным. А я знаю, я там был, там уже есть растения, там уже все хорошо, и нет зурок. Но если ты пришел оттуда, значит там снова безопасно. Я обещал не просто пойти в аутсайд, я обещал открыть город. Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Потому что надо на граффити смотреть. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Да-да-да, давай вернемся. Тако, а тут открытый мир, скажи честно? Нет. Ну, типа, тут локации открыты. Типа, но я смогу, город. Я в любой момент смогу вернуться там и что-то еще, да? Нет, не в любой. А-а-а. Копяу, еду. Я хотел посмотреть, как я до конца поеду. Зачем черный экран? А будет какой-то момент, где будет прям миллиард зурок? Да. Да, я тебе ВКонтакте напишу. О, нет! Шарик провалился. Ладно, я его достал. А его уже нет, да? Он уехал. Смотри, записка! Маленький аутсайдер. Если ты это читаешь, значит ты еще жив. Отлично! Я отнес кое-какое оборудование в бар, чтобы воспользоваться их антенной. Давай встретимся там. Я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это... Будь внимателен, код чувствителен к регистру. Увидимся в баре, Момо. Должно быть, это код от окна возле входа вперед. О, все хорош, не зря сфоткал. Если бы я не сфоткал, то не сработало бы. Подожди, а где бар? Это самая начальная точка, бар? Мне надо в самый низ, потому что я хочу поболтать вот с этим мужиком, который вытирает кам. Здрасте. Не зря. Я, значит, открыл магазин, а здесь пасхалка будет. Ебать, я гений. Тут 100% пасхалка. Шарики. Ладно, сейчас. Блять, на стиральную машинку посмотрел. Сука, вспомнил про маму. Мамочки, стиральную машинку надо. О-о-о! Это можно в магазин, блять! За это мне что-то обещали продать. А можно еще что-то? Или тут только одна вещь? Это бар? Не, не похоже на бар. Похоже на статую Глека Валекуса. Ты потерялся? Чего-нибудь нужно? Да, скажи мне, ноты надо? Подожди, этот чухан продает ноты. А я ему могу продать те ноты, которые я нашел? Да-д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 а. Давайте я ему дам это моющее средство. Мне кажется, оно понадобится. Так, мне дали какой-то кабель ёбаный.
Где бар? Как понять бар? Гля, какая прическа. Здрасте. Я ему сейчас дам ноты, да? Тут будет вот этот момент из мема, где кошка кивает головой. Спасибо большое, спасибо. Вы не подскажете, где бар? Но я хочу посмотреть! Следуй за цифрами. Подождите, следуй за цифрами, окей. Окей, следуй за цифрами. Следуй за цифрами. Везде тут цифры, тут роботы живут. Очевидно, тут везде цифры. Так. Ноль. Вот, это ноль. Смотрите, это цифра ноль. Я шарю, блядь, я так и подумал, что бинарный код надо перевести. Ну, где я? Вот по вот этой хуйне посмотреть? Реально переписать вот эту хуйню? А, не, ну вообще... некоторые неразборчивые, реально. Так, подождите, надо следовать за цифрами. Может быть, я все-таки как ну, разработчики задумали, так я и сделаю. Только, блядь, за какими цифрами следовать? Ну вот это похоже на ноль, реально. Это вот прям похоже на то, чтобы я за этим следовал. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот есть тоже цифры, но это не ноль и не один, это 004. Да, реально, сейчас. Хорошая идея. Сейчас. Это очень старый двоичный код, только настоящий гик сможет его прочитать. Такой, как я, видимо. Придется переписывать, что ли, блядь? Блять, тут некоторые непонятные. Не переписывать это надо, короче, это не переписывать. Ладно. Да, я маленький пушистик. Ага. Ой. Подожди, может ты знаешь код? Ты жесткий гик. Ладно. Надо, у него энергетики надо украсть 100%.
Так, здрасте. Какую штуку? Комплюхтер? Осуждаю! Нихуя себе! Осуждаю. Название компьютера можете прочитать там. Папочка пошел разбираться. Ага. Я Момо. Ты! Еблозавр? Момо? Да, я еблозавр, да! Я не могу поверить, я так рад слышать твой голос, еблозавр. Ты где? Остальные в порядке? Да! Шеф безопасности! Мы нашли путь наверх! Прием, ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Очень опасно, везде зурки. Канализация? Но как? Прием, ну как? Черт, сигнал пропал! Ебаный рот! Что у вас здесь происходит, блядь? Не могу поверить, еблозавр жив! Ему и другим аутсайдерам удалось подняться по канализации! Канализация – самое опасное место в трущобах! Но если еблозавр выжил, то у нас получится! Я робот, я ебаный долбоёб! Вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию. Там все кишит зурками. Они быстро с вами расправятся, особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом, ничего, ничем хорошим это не закончилось. В любом случае, я тебя предупредил. Твои дела меня не касаются. Шеймус. Его отец, Док, был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с зурками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство. И так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. А? Шеймус? Не слушай его, он просто напуган, как и я раньше. Если Док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упоминал секретную лабораторию. Должно быть именно там. Он над этим работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка. За мной. Поехали! Бля, какой у него крутой халат. О. Ага. Ладно. Подожди, не-не-не, бро. Подожди, не спеши. Я что-то могу что-нибудь спиздить интересное. Опа! Чё это? Прикольно.
Прикол. Я хочу. Вау, я почти все забил. Вы видели? Глянь! Охуеть. Я вот в GTA San Andreas, вот в детстве, залипал чисто, ходил возле Деннис, там, вот возле этой чехули. Есть, можно... Опа, вот это сюда. А я уже прошел пол игры, Тако? Нет, еще, блядь. Даже еще одну треть не пошел. Ты не знаешь, зачем мне пробовать? Спасибо. А мне нужна бабушка. Мне надо к бабушке. Так. Один ноль один. Подожди-ка. Я гений. Ебаные ноты, серьезно? Полная хуйня. А зачем ноты собирать? Просто как ачивку? Угу. 101 YouTube, с вами Кисимяка. Всем привет. Где, добро пожаловать на канал, где девочки рассказывают о комиксах. Хотел бы нам помочь, ты это знаешь, сука. Что ж, этого следовало ожидать. Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет. Но вот тебе, кажется, у меня есть идея. Ах ты, сука, тут секретка. Все, давай, пока, бро. Вот, возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. О, она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Yes. Пойди в секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. Рубля. Ну это вольный перевод сейчас был. Привет. Здорово. Хотел бы узнать, что это за сервер по Майнкрафту, где сидят все ютуберы, например, ты, Фырфыр, Дов, Неркин и так далее, как туда попасть? SP5, заходи, SP5, spworlds.ru. Вот, мы там все вместе, жестко с ними флексим, SP5. Сука, я видел, как он сейчас себя за писью дергал. Сейчас, какой у него там был голос? Ебан. Ты что здесь делаешь? Я же говорил! Пробираться через канализацию — самоубийство! Оставь меня в покое, сука! Что это? Погоди! Это моего папы. Ого.
Я и не знал. В нашей квартире есть тайная лаборатория. Но где? За этой картиной 100%. Ладно, не за этой. Значит, на следующий. Блядь! Часы. Часы, 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 часы за часами. Сейчас подойдите на всякий случай еще всякие. Блядь! Два, пять, один, один. Ебать. Ебать, я походу гений. Сенсация, Robots News, внимание, контроль над зурками потерян, теперь они едят металл. Охуеть. Это должно было быть плюс... Я бы хотел сюда запрыгнуть. Наблюдение. Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Странные бактерии человеческих времен. Поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте. Реагируют на интенсивный свет. Лови, сука! Лови, блядь! Пошел ты нахуй, червячок. Но мне кажется, тут еще инфа какая-то должна быть. Вот он там, вот лампочка. Бля, оп. И нахуя я это сделал? Так, есть еще какие-то места такие? Нет. О. Вот оно! Сломанный трекер. Надо ему показать. Чел. Чел. Погоди. Я это раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может быть, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зурка Ферна. Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах? Тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь.
Сейчас, подождите, тут еще может быть какая-нибудь секреточка, нет? Ой, извините, сишки раскидал. Был указатель на программиста? А я не помню. Ну, пойдемте в город. Мне кажется, надо просто опять в бар зайти. Так. Меняльщик. Прачечная, дизайн, программист Эллиот. Самая нижняя, программист Эллиот. Подожди-ка, а где еще раз бабка? Дизайнер, бабушка. Тоже в эту сторону, а ну-ка. Программист или? Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. А как постучать? Здрасте, программист Эллиот. Я зайду? Ну, ладно. Прикольно у вас здесь. Программист Эллиот. Программист Эллиот. Тебе нужен Эллиот. Тебе нужен Эллиот, он вон там. Опа, ноты сюда, блин. Я киска. Что запомнил? Дерево запомнил? Это дерево, настоящее чудо науки. Удивительно человеческая изобретательность нашла способ создавать растения, которые процветают без солнечного света. Органические жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Так, я понял, ага. Хорош. Так, вот это вот. Хорош, хорош. Так, что-нибудь у него спиздить. Здрасте, чем можете помочь? Мне вот рацию почините. Я знаю, как починить. А, подождите. Я знаю, как починить. Я знаю, как починить, но когда я так дрожу, я даже клавиатурой пользоваться не могу. Не знаю, заболел я или еще, но я чувствую себя неважно. И не могу работать, когда я так дрожу. Думаю, мне нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. Сука, походу надо к бабке идти, которая шьет. А если б я не нашел эту шнягу, тогда я бы чё бы уже все не смог пройти игру? Мне кажется, все равно. Нашел бы. А? Нашел бы в любом случае. А, да? Да, ну типа тебе, ты бы начал спрашивать там у похожих, тебе бы сказали. Открывай! Эу! Мне кажется, надо запомнить этот код. Так, здрасте, отдайте свое одеяло. Бабушка сшила мне эту одежду, довольно стильно, не так ли? Да, охуенно. Где бабка? Здрасте, вы бабка? Бабулита? Здравствуй, малыш. Принес электрический кабель. Я бы с удовольствием сделала для тебя пончо. Но мне нужен кабель. Благодарю, дорогой. Я немедленно приступаю к работе.
Гля, бабулита мне зашила уже сразу пончо. Я хочу пончо в реальной жизни себе. Получу новый предмет. Спасибо, бабусь. Спасибо, ба. О, тихо. А, дизайнер бабушка. Да, да, я шарю. Мне надо туда уже. Все, давай. Открывай, ебаный. Вот оно, вот оно, на. Где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. А ну-ка. Смотри, дрожь прошла, я снова могу работать. Спасибо, теперь я точно смогу починить твой трекер. Дай взглянуть, просто нужно обновить и еще кое-что. Вуаля, бля! Надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Да, слушай, а еще... А, у меня нет этого кода. Все, давай пока. Я же уже его открыл, нахуй мне нужен. Так, и мне в бар теперь, да? Или к тому чуваку вернуться? К сыну или к чуваку? Так, а ну-ка. Не получается восстановить связь. Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса? Это довольно продвинутая технология. И все, блядь! Чел, ты нахуй, ты, блядь! Мне сказали, вот у этого надо походить под ногами, чтобы была пасхалка. Вот так. О, запомнить. Сейчас, секунду. Rip humans. Как это было? Угу. Я не знаю. А, пасхалка ушла от меня. Здорово, Шеймус. Я заебусь каждый раз выбирать. Тебе удалось починить трекер. Получилось. Ты его починил? Молодец, давай сюда. I got a feeling. Ту-ту-ту-ту. И все, мы идем сразу. Есть сигнал. Так надо брать это, братка еще. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру. Может быть, так мы найдем папу. Поехали. Он окажется, что пьяный валялся все это время. Вот чисто под домом. У него просто батарейка выключилась. Потрясающий геймплей. Саняшка рейдит. Ау-ау-ау. Ну вот, действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен, что... Но мне нужно знать. Вперед. Поехали. Капяо, новая локация сейчас будет.
сих пор не понимаю, как этот кот ещё не бнулся с этих крыш. Он профессионал паркура. Как он жрать ещё не захотел, я жрать хочу каждые минут, блядь. Это бедный факт. Кот. Ладно, он только пил. Я видел, да. Ну ладно, это факты. Он, наверное, зурков кушает, они такие мясные чисто. Так, подожди, и чё? Аккуратнее. Только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Я открою тебе дверь. Не, подожди, еще не открывай, потому что есть шанс, что тут какая-то пасхалка может быть. Какой-то предмет. Ладно, тут ничего нет пока. Все, давай, пока.